Во-первых, мы должны провести массовую акцию протеста 6 мая. Я считаю, что сейчас самая вообще главная задача всей оппозиции, потому что мы видим, что происходит в стране. Очередное уголовное дело на Навального. Сейчас уголовное дело, судя по всему, на Илью Пономарева могут завести. И продолжаются политические репрессии, причем уже 16 человек в тюрьмах сидят. Алексей Навальный может спокойно присоединиться к ним, если мы будем все вот бездействовать. Поэтому наша задача сегодня, во-первых, донести до всех граждан информацию, чтобы они поняли, дело против Навального – это дело против всех нас. Против меня, против вас, против тех людей, которые сегодня хотят перемен, борются за эти перемены, участвуют в протестных действиях, в различных акциях и так далее. Разоблачают чиновников, коррупционеров. Это дело против всех, кто хочет перемен в нашей стране. Поэтому мы должны сделать все, чтобы 6 мая состоялась самая крупная акция протеста, поэтому мы будем ее однозначно обсуждать. Я думаю, что это ключевая задача и Координационного совета оппозиции, и тех, кто и не входит в КС, но участвует во всем, например, Илья Пономарев. Поэтому, думаю, вот это мы будем завтра обсуждать.